Здравствуйте, я Анна Касаткина. Вы смотрите последние финансовые новости от компании InstaForex. Согласно свежим данным от Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на прошедшей неделе сократилось на 25 тысяч до 370 тысяч требований. Аналитики ожидали падения числа заявок на 13 тысяч до 380 тысяч. Тем не менее, предыдущая статистика была пересмотрена в сторону повышения – реальные 395 тысяч против 393 тысяч, объявленных ранее. Падение числа заявок говорит о стабилизации ситуации на рынке труда Америки. Влияние последствий урагана Сэнди постепенно начинает угасать. Однако теперь тренды занятости подвержены влиянию праздничного сезона, стартовавшего после Дня Благодарения. Компании нанимают много людей на временную работу, а после праздников закрывают должности. И правительство не всегда может с точностью предсказать, как сезонный найм повлияет на недельную статистику по пособиям по безработице. Кроме того, бизнесмены ведут себя настороженно на фоне опасений наступления фискального обрыва. В то же время число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, упало на 100 тысяч и составило 3 миллиона 205 тысяч человек. Среднее количество заявок, поданных за последние 4 недели, показатель, в котором не отражается волатильность недельных данных, выросло на 2250 до 408 тысяч. Вы смотрели новости от компании InstaForex. До свидания.